В эфире новости Анапы регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите, сегодня в выпуске. У нас проспект прекрасен, он зелен, красив. Зеленая Анапа. На Пионерском проспекте сегодня высадили молодые сосны. Задача была моя не искать проблему, почему так получилось, а чтобы у людей был свет. Спроси у депутата. Больше полусотни домов в станице Анапской остались без электроснабжения. Решить проблему помогли народные избранники. Мама – это главное слово в жизни каждого человека. Маму надо чтить, любить, в каком бы мы ни были возрасте. Не забудьте поздравить маму, как анапчане собираются отметить теплый семейный праздник в это воскресенье. Курортный сбор принес Анапе более 17 миллионов рублей. Об этом сообщил глава города Юрий Поляков на круглом столе в законодательном собрании Краснодарского края. Председатель регионального парламента Юрий Бурлачко назвал Анапу особенной территорией. Участники мероприятия рекомендовали профильным министерствам выделить средства на строительство ряда социальных объектов в городе-курорте. Это день Анапы в законодательном собрании. За столом председатель регионального парламента Юрий Бурлачко, глава курорта Юрий Поляков, председатель муниципального совета Леонид Кочетов, председатели профильных комитетов и депутаты Заксобрания. Безусловно, территория это особенная, которая особенная, курортная, которая находится под самым пристальным вниманием и регионального центра, и федерального. Поэтому об уровне ответственности каждого, кто отвечает сегодня за реализацию социально-экономической политики в городе, говорить, безусловно, излишне. Новый формат работы предусмотрен одним из президентских указов, изданных в так называемом втором майском пакете. Он носит название «О национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года». В муниципальном парламенте считают одними из основных на сегодня вопросов создание новых мест в детских садах, а также привлечение на работу квалифицированных медиков. Для решения данной проблемы большое внимание уделяется муниципальному образованию, социальному обеспечению, закреплению медицинских кадров. Работникам медицинских учреждений предусмотрены компенсационные выплаты за коммунальные услуги, отопление, освещение, электроэнергию, а также аренду жилья. Глава курорта Юрий Поляков назвал одной из точек роста – курортный сбор. С середины лета предприятия отрасли перечислили более 17 миллионов рублей, почти на треть больше, чем было запланировано. Все эти средства и поступления в последующие годы пойдут на развитие курортной инфраструктуры. Будем реконструировать набережную, украшать город малыми архитектурными формами, обновлять подсветку. Все это сделает наш курорт еще более привлекательным для наших главных инвесторов – это туристы, что позволит сохранить высокие темпы роста во всех отраслях. Со своей стороны, в резолюции круглого стола рекомендовано профильным краевым министерствам рассмотреть возможность строительства объездной дороги от Субсехского шоссе до улицы Мирной, здания фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Усатого Балка, а также совершенствовать спортивную инфраструктуру, закупать новый инвентарь. Александр Ребека, Анапа регион. Акция по озеленению Анапы продолжает набирать обороты. 7 десятков деревьев за 3 недели высадили на Пионерском проспекте силами управления санаторно-курортного комплекса, муниципального предприятия объединения курортных услуг, а также анапских здравниц. Это место, специально отведенное под дерево, пустовало. На днях сюда поселили ель. Там, где есть возможность, добавляли деревца для густоты. Лет через 10 здесь будет молодой ельник. Задачу обновлять и увеличивать зеленый наряд курорта поставил глава муниципалитета Юрий Поляков. Это проход к морю Восход. Сюда привезли сразу 19 сосен. Они росли в питомнике Зеленстроя и уже достаточно взрослые. В следующем году они будут радовать глаз отдыхающих, идущих на пляж. У нас проспект прекрасен, он зелен, красив. Но мы должны думать о будущем, и поэтому те деревья, которые мы посадим сейчас, через 10-15 лет достигнут уже определенной своей красоты возраста, и это будет достойная смена нашим старожилам, которые у нас сейчас тоже радуют нас, наших отдыхающих. С наступлением отопительного сезона выявляются и проблемы, требующие немедленного решения. Об одной из них стало известно накануне. Поставщики тепла намерены добиваться допуска коммуникации на территории жилищного комплекса «Трио», расположенного по адресу Владимирская, 154. По имеющейся у них информации, дом как минимум отапливается, однако договора с компанией на предоставление услуги нет. В составе комиссии представители теплоэнерго и муниципалитета. На территории их не пустила охрана, сославшись на необходимость разрешения от руководства. Нам из средств интернета стало известно о том, что в корпусе 3 жилищного комплекса «Трио» по улице Владимирской, 154,
осуществляется пользование тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения. В данном случае комиссия сейчас собралась из представителей администрации и АО «Теплоэнерго» для подтверждения или опровержения данного факта. Но на территорию корпуса, где по исполнительной документации находится врезка на данный корпус, нас не пустили. То есть подтвердить мы не можем или опровергнуть. Поэтому будем в дальнейшем добиваться попадания на эту территорию и фиксирования данного состояния теплоснабжения. Между крупнейшим в Анапе поставщиком тепла и управляющей компанией сегодня идут судебные разбирательства на десятки миллионов рублей. В Теплоэнерго заявляют о несанкционированном отборе. В управляющей компании данный факт всячески опровергают. Мы будем следить за развитием событий. Мы продолжаем освещать реальные дела народных избранников в рубрике «Спроси у депутата». В нашем эфире мы уже рассказывали о ситуации, в которой оказались жители станицы Анапская. Напомним, здесь этим летом более 50 домов почти на месяц оставались без электричества. Подробнее в материале наших корреспондентов. Елена Павловна сегодня уже без лишних эмоций вспоминает, как этим летом более 50 домов остались без электричества. Ровно месяц в самую жару жители станицы Анапская провели без света. Так как это кондиционеры, это было лето, это было пекло, жара, то есть духота, спать невозможно без вентилятора, даже того света нет. С утра до вечера, с вечера до утра нет электроэнергии, это же ужас. Когда начали разбираться, оказалось, что все это время жильцы платили за электроэнергию частному лицу, владельцу трансформаторной подстанции, от которой и были запитаны их дома. Но где-то потребители недоплачивали, где-то сам предприниматель пустил ситуацию на самотек. В итоге образовался долг в 700 тысяч рублей. Энергетики вначале предупредили владельца подстанции, а затем, когда ничего не изменилось, отключили рубильник. После чего жители забили тревогу и стали обращаться во всевозможные инстанции. День-два мы помучились, потом купил кто где генератор, и мы, в общем-то, две недели, обращаясь во все инстанции, мы мучились вот с этим генератором. Вот представляете, что такое, что это значит? Это значит купить где-то в пределах 20 тысяч генератор и каждый день, ну, где-то 1000 рублей платить за бензин. Неизвестно чем и, главное, когда завершилась бы эта история, если бы к решению проблемы не подключилась депутат муниципального совета. И уже спустя две недели активных действий и переговоров дома жителей подключили к электроэнергии. Задача была моя не искать проблему, почему так получилось, а чтобы у людей был свет. Это самое основное, это с теми словами, которые я и говорила, и я благодарна тем, кто подключился. Мы создали группу в WhatsApp, общались, передавали документы, было сказано: вы делаете это, вы ставите столбы, устанавливаете счетчики, приглашаете, подаете в техподдержку. То есть когда все, кто сделал это быстро, у тех через месяц уже была вся документация. У инициативной группы во главе с Хижняк получилось договориться о реструктуризации долга. И теперь у жителей станицы Анапская свет в домах горит абсолютно законно. А вот что касается частных подстанций, здесь вопрос остается открытым. Хотелось бы предотвратить вообще действия такие, чтобы люди понимали, что если они находятся на частном ТП, они не обязаны и не должны платить частному. У них должен быть обязательно заключен договор с Кубаньэнерго, потому что в случае отключения данного ТП у них нет договорных отношений, им никто ничего не обязан, это просто дом в поле. По мнению юристов, действия ресурсной организации, требующие выплаты долга, были правомерными. По закону Кубаньэнерго отключает недобросовестного потребителя до погашения всей суммы долга. Ну а чтобы не попасть в подобную ситуацию, специалисты советуют при покупке жилья проверять наличие договора с этой организацией. Если договор не заключен, то вначале домовладельцу необходимо подать заявку о технических условиях, а затем выполнить их. И тогда в доме всегда будет тепло и светло. Власта Царева, Михаил Григорьев, Анапа регион. И к другим темам. В Анапе, городе воинской славы, сегодня чествовали артиллеристов и ракетчиков. В эти дни, 74 года назад, с залпов полковых орудий и легендарных «Катюш» началась операция «Уран», в ходе которой была окружена группировка в Сталинграде и его окрестностях. В
В зале ракетчики и артиллеристы Анапского гарнизона. В Анапе же почти четверть века дислоцируется гвардейский артиллерийский полк, а также отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада. Военнослужащим вручили почетные грамоты и благодарности главы и муниципального совета, а также зачитали приветственный адрес от главы курорта Юрия Полякова. Артиллеристы внесли колоссальный вклад в победе русского оружия. Увенчали себя немеркнущей славой на полях сражений. Сквозь века пронесли традиции ратной доблести и любви к родине. От всей души благодарю всех, кто связал свою жизнь с этим родом войск, кто личным примером повышает престиж службы в вооруженных силах России. Артиллерия – прославленный и древнейший род войск, поэтому во все времена, во все вооруженные конфликты, во все войны без артиллерии никакие операции не были проведены. Поэтому от всей души, от себя лично и от коллектива полка поздравляю вас с 74-й годовщиной образования ракетных войск артиллерии. Мирного неба над головой. Главное – счастье и здоровье. Специальная награда Александру Зацепину, автору гимна 1141-го гвардейского артполка, который прозвучал впервые в этом году. Звучит тревога, и что нам нервы? До Родины свобода дорога. Первый-первый славный 41-й небесной карой. В память о павших во всех сражениях, больших и малых, склонили знамена к вечному огню, направили эскорт для возложения цветочной корзины. Особая благодарность тем, чьи сыновья отдали жизнь, выполнив свой воинский долг. И военным, и гражданским главное пожелание, чтобы небо было мирным. Александр Ребека, Роман Душевский, Анапа регион. В преддверии Дня Матери анапский клуб «Вера, Надежда, Любовь» вновь дал возможность проявить свои таланты самым активным молодым семьям города. Интеллектуальные игры, спортивные соревнования, театральные постановки. Конкурсанты блестяще справились со всеми заданиями. Победители были награждены заслуженными призами. Константин и Кристина счастливы в браке уже 2 года. Как вспоминают супруги, их знакомство произошло неожиданно, на спортивных состязаниях. Оба занимаются легкой атлетикой и защищают честь муниципалитета на краевых соревнованиях. По словам Кристины, первая встреча была сумбурной, но Константин смог покорить ее сердце. Я не думала, я бежала тогда на площадке. Сначала я ничего не подумала, но после приглашения на турслет и поведения Константина, моего будущего супруга, поняла, что это настоящий мужчина, и в огонь, и в воду, и покушать приготовит, и согреет, и спасет от воды, если намочишься в реке. Вскоре Константин пригласил свою будущую жену на туристический слет молодежи. Там и завязались их отношения. Эту историю супруги показали в своей визитной карточке. Сейчас они мечтают о детях. Как говорят участники конкурса, их формула семейного счастья проста. Первое – это взаимопонимание, это общие интересы, чтобы были, чтобы досуг вместе проводили. Это, я думаю, самое главное. Ну и без любви, конечно же, никуда. Самое главное – быть на одной волне. Конкурс семей ежегодный. Он объединяет самые креативные молодые семьи. Традиционно проводится в канун Международного дня матери. Центр 21 век совместно с клубом «Вера, Надежда, Любовь» помогли конкурсантам подготовить визитную карточку, портфолио и номера для выступления. Мы это проводим для того, чтобы наши семьи объединились, проводили время вместе со своими детьми, вместе с нами. Потому что мы рады всех видеть, рады видеть новых участников в этом году. Это практически все семьи с детками. Детки их поддерживают, помогают все как могут. Мы этому очень рады. Члены жюри оценили содержательность номеров, их оригинальность, артистизм участников и умение работать в команде по 5-бальной шкале. Победителем была признана спортивная семья Стратий из поселка Виноградного. Всем конкурсантам вручили заслуженные призы и грамоты, а самые маленькие артисты получили сладкие подарки. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион. Мама – первое слово в жизни человека. Она дарит все самое лучшее своим детям, посвящая им любовь, заботу и внимание. В эти выходные жители города-курорта поздравят своих матерей и бабушек с праздником. Анапчане рассказали нам, что для них значит слово «мама». Мама – это все. Мы для них опора, мы для них поддержка в тяжелую минуту, в хорошую минуту тоже, в радостные события. Вот у меня, когда внучка была, у нас все прошло, такие испытания прошли, пока мы ее с роддома забрали, пока дождались. Вот. И я считаю, что даже вот моя дочь
которая родила дочь, она очень изменилась, когда стала мамой. Мама – это святое слово, которое должно быть лично в сердце всю жизнь. Без него никак нельзя. Где бы ты ни жил, где бы ни находился, слово «мама» сразу, даже если далеко, в другом краю земного шара, сразу становится рядом. Мама – это главное слово в жизни каждого человека. Маму надо чтить, любить, в каком бы мы ни были возрасте, в самом юном, в детстве, когда мы ходим в садик, в школе, когда на выпускном мамы плачут наши. Любовь, безграничная любовь, ответственность за детей и за себя. То есть, если раньше я могла где-то приболеть, а сейчас моих детей будет любить так сильно только я. И радость, и счастье, и, ну, не знаю, все, мама, мама, все. К сожалению, я не часто говорю маме, что я ее люблю, но все-таки я ее очень сильно люблю. Ну, мама – это одно единственное, то самое-самое дорогое, которое есть в жизни человека. Либо мужчина, либо женщина, это не важно. Мать – это самое дорогое. И не забудьте поздравить маму в это воскресенье. Ну а далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, вертикальный солярий и инфракрасная сауна, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь», Анапа, Самбурова, 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки.